рядом, я рядом. Да, Игнатий Тихонович, вот вам вопрос от Алексея. Алексей, пожалуйста, задавайте вопрос. Ну вот вопрос. Я не то чтобы там поддерживаю, что там с нами Бог. Мне просто вот интересно узнать. Ну вот Николай пишет, что я не имею в виду, что ну вот воля Божья, когда идет война, вот не раз я здесь и от вас слышал, что сколько было войн, и что, допустим, когда один народ долго грешил, конкретно один народ, ну сейчас можно конкретно сказать за Украину, допустим. Много раз здесь слышал, что 8 лет, 8 лет целых там, ну, как бы, все это длилось, а теперь, ну, вот это началось, и на это воля Божья, что Бог наказывает, то есть, Украину за это. Так если Бог за это наказывает, то есть, одни идут, а наказывает, ну, руками людей, получается, через людей наказывает, потому что люди воюют, люди убивают, ну, то есть, есть ли тут противоречие, ну, я не хочу сказать, что здесь противоречие есть, но если Бог наказывает, то это идет через людей. Одни нападают, убивают, а вторые защищаются, на своей земле сидят. И как тут? То один пошел на войну и смотрит, а его там убивают, друга его. А он за это взял, там, ну как бы пошел под пули. Это ли не положить свою душу? Ну как вот здесь это все сопоставить и ну понимать? Ну это же убийство, ну люди убивают. Бог наказывает, на все воля Божья. Ведь так же? И одни священники, много священников говорят, что мы на своей земле, ну, допустим, если конкретно за Украину, мы ни на кого не нападали, не шли захватывать другие земли. Мы сидим на своей земле, но на нас пошли, ну, допустим, пошли с России, с Белоруссии. А что делать? Ну, они защищаются. А те нападают, и те убивают. А они убили, написано. Можно покороче, пожалуйста, вопрос? Это больно долго говорите. Покороче. Ну, как? А что вы перебиваете? Я же Игнатий Тихоновичу задаю вопрос. Ну, здесь порядки такие просто. Ну, я задал вопрос, хорошо, все. Дай высказаться ему. Дело в том, что Господь заранее знает, кто кого будет наказывать. И все это входит в Иеремию, 48 глава, 10 стих. Прочитай кто-нибудь. Иеремия 48:10. Два проклятия сразу. Так. Никого нету. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, так, кто удерживает меч его от крови. Вот у нас сколько сейчас разных недостатков, особенно с крещением, с таинствами. Это все с Украины идет. Об этом говорил архиепископ Никифор еще в 1700-е годы. Вот какие ереси есть, это все отростки с Украины. Украина, это как по сегодняшнему это взять, то и источник всех вот этих ересей, которых она напринимала от разных стран. И под это подпали миллионы людей, зараженных в России, попы не хотят крестить. Не хотят, они оттуда понаехали, а мы никого не трогали, это фальшь. Вот Израиль отступал от Бога. Пророки предупреждали, самое главное, ваша вина будет в том, если вы будете обороняться. Вот это же у Евгения, там выключили что-то, от вас идет шум этот. Навуходоносор должен подойти. Это было когда-то Артаксеркс, другие приходили. Пророк Иеремия, это более поздний период, он говорил, откройте ворота. У нас независимость, он пришел на нашу землю, откройте. Есть фильм такой Иеремия, советую посмотреть. Очень по слову Божию поставлено. Они не открыли. Что, я рабом буду кого-то там? Ты давно раб уже. Ты погряз в грехах, идолам поклоняешься. Вы слышали, маленький дед, был ролик недавно о том, как китайцы объяснили своим людям, что за война такая идет, почему она идет, эта война. Считал это, слышал кто-нибудь? Но я же спросил, на это ли воля Божья сейчас или нет. Да, я как раз отвечаю. Если нет, значит сказать и сослаться. Игнатий вот. Тихонович, китайцы объяснили это как семья, муж и жена. И жена изменила мужу своему с хулиганом. Это США. Он отнял от нее, говорит, сына, Крым. Но она дурно обращалась, мать, со своими другими сыновьями.
И да, дальше говорит, какие тут две народные республики, перечисляет их. Ну и стала всячески хамить, безобразничать, бить своих детей стала. И тогда муж, а муж говорит, когда разошлись они, он ей все простил. И там то ли 400, что ли, миллионов долларов ей погасил. Муж-то, Россия. Так вот здесь в этом самом смысле мы должны рассматривать то, что было сделано другими врагами, которые пришли. Веспасиан пришел, это уже 70-е годы, и его сын Тит закончит осаду Рима. Что делать? Иеремия говорит, откройте, пойдете в плен, будете женить сыновей, выдавать дочерей замуж, садить виноградники и вернетесь в радости. А они считали, зачем мы будем делать это? Рабами быть кого-то? Никогда. И все. Царю глаза выжгли, сыновей тут же убили при нем. Это от Бога. А они войска свои тренировали, они пытались остановить меч Божий. Это меч Божий. Навуходоносор — это меч Божий. Он разрушил храм. Храм Соломонов. Все вывез оттуда. И поэтому выход был только один. Не обороняться. Вот эта ситуация сегодня точно такая же. Сколько они заразы напустили здесь? Сколько здесь? 8 лет ни один не говорил, молчали. А всяк, смотри, как мы взбунтовались. Но мы не должны останавливать этот меч. Это меч Божий. В данном случае речь идет о России. И проклят, кто его останавливает. Проклят, кто останавливает меч Господень. Он пришел наказать. А кого он избрал Господь? Определенно еще вот показывает Господь. А они по-прежнему флиртовать начинают с этим хулиганом деревенским. Все туда. Выступал президент России, говорит, нам отступать некуда. Вплотную, вплотную подошли границы, ставят ракеты атомные. 6 минут и ракета уже над Москвой. А они, а мы будем. Нет, не будете. С грязью смешают, но не допустят. Самолеты там будут идти откуда-то. Прям тут же на месте сразу, только границу пересекают, вдребезги разнесли. Высокоточность из Черного моря. Рассматривать нужно в пределах рамок Священного Писания. Четко определенно. Я не за. Ни за кого. Я за истину Господню. Господь будет Бог грады, глады, моры, землетрясения, войны. Брат на брата, народ на народ. Восстанут государства друг против друга. И дальше добавляет, этому надлежит быть. Эта программа зарегистрирована с неба, и проекция идет сегодня, проекция на землю идет. Нам нужно только одно благодарить, да будет воля твоя святая. Ни за, ни против. Так они кто? Помазанник Божий. Кир, который завоевывает Рим, а слово помазанник означает Христос. С маленькой буквы. Он Рим пришел, разрушает Иерусалим, а он называется, Господь говорит, скажите помазаннику моему Киру. Вот здесь такая же ситуация повторяет. И те, которые сегодня широко рот раскрывают, Господь его закроет. Я говорю просто, на ваш вопрос отвечаю. Я уже не раз отвечал. Как? Так, Писание. Писание говорит. И выхода никакого нету, только смириться. А что они должны были сделать? Что сказали, то и сделать. А не наемников всего мира собирать. Не знают, что дальше будет. Будет, как Господь назначил. А мы молимся каждый день. Да будет воля твоя. Так, и а Россия знать? Точно так же. Она и сирийцев послала на войну. Она же тоже наемник. Она не хочет объявлять всеобщую мобилизацию, потому что боится, что народ сбунтуется. Они своих не ведут на войну. Игнатий Тихонович, это бесполезно. Это патриот украинский, все, бесполезно. Да почему я патриот? Я не патриот. Я давно уже почему? Здесь общаюсь и переписываюсь с Игнатием Тихоновичем. Почему я патриот? Да ладно, все ясно. Я не ответил еще. Я отвечаю согласно Слову Божьему. Патриоты назывались зелоты, кинжальщики из-за угла. А они подняли восстание и погубили Израиль. И он не может собраться 2000 лет уже. Счасть какая-то вернулась. Об этом Иоанн Златоуст говорит. Почему? Они подвели к тому, что распяли и Христа. И один из зелотов был освобожден, разбойник, когда предложил Пилат, кого освободить? Это, а как народ мог брать убийцы? Для людей он убийца, для римлян, а для своего народа это патриот. Как сегодня бандеровцы и другие, это патриоты.
Но от кого они? Кто их воодушевляет? Кто в рот к ним залез? Какие хулы они изрекают? Москаляку, нагеляку, сколько прыгали, бегали. Здесь никогда не было, чтобы там давайте хохлов, хохлов там против холмов поставим, расстреляем. Не было. Это оттуда все идет. Я очень внимательно слежу за событиями и сравниваю с библейскими. И вижу, поворота никакого не делают. Чем закончится, как Богу угодно. Но это меч Божий. И всякий, кто берет меч, от меча погибнет. Ведущий в плен пойдет туда. Выход Израилю только один. Ничего не делать, благодаря Богу. Проклят, кто меч Господень удержит от крови. А перед этим они дело Господне делали небрежно. Какое дело Господне? Землю обрабатывают, все Господне, но главное это в церкви. Весь разврат церкви, подряд всех причащают. Это вся Украина. Как будто какой-то громадный змеющник уже 700 лет опутал Россию. У них своего-то ничего не было, языка-то 300 лет назад не было. Плененные везде, то под Литвой, то под Польшей, разные слова нахватались, это Жириновский подробно объяснял. Такого языка нет, даже грамматики языка не было. Так как это нет? Вы посмотрите историю украинского языка. Это как сегодня, это нет? Сегодня не надо говорить. Я спрашиваю, покажите, 300 лет назад, где этот язык был? На каком языке писал Гоголь другие? В этом языке соседи, где они были, я не обвиняю, просто это уже рассмотрено. А что делать? Подряд любые города возьми, откуда они, завоевывали их или что? Нет. И, как говорят, Ленин образовал их, дал. А хорошо делали, плохо с ними поступали. Голодомор, оттуда приезжали люди из Голодомора, у нас крещение принимали. Выхода никакого нету, только покориться. Кто их говорит, давайте обороняться, мы на своей земле, нашей земли даже на могилу нам не хватает. Давайте мы на своей земле, и мы не пойдем в плен. Пойдете. И Израиль смотался. И за большие деньги только с холмов можно было раз в 10 лет посмотреть издали на Иерусалим. Вот так и это все подошло. Еще раз говорю, рассматривать нужно в рамках Священного Писания. Я не патриот земной. Мы, наши люди в руки оружия не берут. Мы всех послали на альтернативную, чтобы встали, а их вообще не берут. Мы молимся каждый день. И Зеленского с первого дня, вспоминаю, я видел, как его инаугурация была. Ну, что спрашиваете? Смешил людей, сатирик, там, как его назови. Ну, опыта никакого нет. Он за каждым словом бежит туда. Что ему скажут дальше делать? Совершенно, абсолютно неверующие. А ваш, скажет, президент верующий где-то молится, иногда крестится. А уж дальше Бог разберет. Но в данном случае мы получаем ответ. Кир с маленькой буквы Христос. А почему он дал свободу народу? И вынесли обратно сосуды, какие могли. А этого открыто. Инаугурация идет, а ему масонские знаки вешают, все. То есть он даже не скрывался. Ни один президент так, Путин говорю, Ельцину там, это, Давиташвили, она, Джуна-то, навешивала ордена масонские, это, ищушки этому. Вот вам ответ. Не сопротивляться. Принять как-то. По этой теме еще вопрос. Я признаю, да, что это все от Бога. Я же не говорю, что, ну, то есть. А если, ну, вот, допустим, ну, это рука Божья. А если зашли там в дом, ну, вот, там, допустим, солдаты, да, и там семья, то есть. И солдаты, ну, начинают там стрелять, и в целях, ну, защиты человек убивает. Ну, там, чтобы не убили жену его или детей. Он берет, убивает. То есть, как это не убий? Ну, в целях защиты, ну как, я не понимаю, защищаться можно или нет, ну, или как вообще? Нельзя, Алексей, дорогой мой, ну что ты будешь делать, вот сейчас Китай пойдет, 8 человек заходит в комнату, они дочерей все берут, и дочери пойдут в плен, сыновей будут убивать, при нем, при царе закололи всех сыновей, он только рот разевал, и тут же сразу ему глаза выжгли, выхода никакого нет. Так, а как смотреть, как в Буче насиловали, там, и смотреть на это все, или не убивать, ну, как это так? Не смотреть, а молиться надо. Я говорю, что это у вас не так идет дело. Молиться надо. Вот послушай, меня отправили в строго режимный лагерь. Зная, что я разговариваю с людьми на нескольких языках, меня послали в другую страну сегодня. В ленинской комнате до уровня головы кровью залиты стены. Как начинается это
Резня, меня сразу вначале говорит, а вы идите вот там, красный уголок, посидите, посчитайте. КГБ, меня арестовали по санкции МГБ, московское КГБ, но и они поставили какой-то знак. Ко мне пальцем не прикоснулись. Они боялись этого. Вот как Господь защищает. Когда пути человека угодны Господу, говорит Соломон, он и врагов его примиряет с ним, примиряет. Я там молился. У меня с собой просторы были, большая Библия. А тут обыск, я пришел, уже ничего нету. А начальник отряда, Словак Владимир Васильевич, говорит, не беспокойтесь. Я это знал, что будет обыск, я к себе в сейф перенес. Это человек, офицер из того, из их же рядов, его Бог сразу поднял. И так как у меня уже легкие потемнели, если сказать, бронхи потемнели, они там разговаривают вдвоем, договариваются меня вырвать из промзоны. Вечерняя смена, ночь ночная, он проходит мимо, меня за руку схватил, бегом за мной. Бригадир, стой, стой, никаких, меня запер и все. И они меня не могут взять, это в зоне вторая зона. Бог делает это. И я должен усмириться. И никому я не жаловался, а там за меня защита из ООН была, Японии, других стран. Это ни грамма не помогло. Но начальник политотдел сразу встал на мою сторону. Мне главное бороду сохранить. И как они меня брили, и что было, и бороду привез домой. Так и вы же про себя рассказываете, вы же, ну, рожденный свыше, много людей вообще, они, ну, неверующие, как, они же будут защищаться, они будут убивать. Они все... Как же смотреть, все, когда расстреливают семью, детей убивают, не будет никто не смотреть. Сейчас никто не расстреливает, это все, это, как говорится, фейками замучились. Ну, конечно, нет, Первый канал вам рассказал, да, фейки, а вы были там, будучи, смотрели, что там делается. Алексей, зачем это кто будет делать-то? Заходят, берут, стреляют, насилуют, все это брехня собачья. Не для этого послали их. Его на месте расстреляют, как у Жукова было. Сразу выставили сколько? 400 человек насильников в Берлине расстреляли. И все утихло. А то бы сейчас, сегодня только пошли, еще месяц проходит, они бы заходили. Не надо смеяться-то. Я прошел эти трубы. Нет этого, нет. Это надо понимать, молиться, и Бог тебе откроет. Было или не было? Я считаю, не было. Этого не было. Зачем это им нужно? Им дали только одно. Они как прикрылись как щитом. Имеют какие там оружие и куда где-то к детским домам там все при... ударить-то нельзя. Войну так не бывает. Война там, они глядят, громяк, все. А здесь не так. Любыми путями вымануть или вокруг опустошить каким-то людям, чтобы эмиграция была или миграция. Надо же серьезно смотреть на это дело. Они все эти годы рвались к этой битве. Под скаляку на геляку, в школе учили, прыгали. Какой разговор вели, нам бы к власти прийти, а потом мы русским башки поотрываем. Ведь эти, они не хотели две республики-то ходить-то. Были бы как Татарстан внутри. Нет, только по-украински говорить, у них русский язык. Вот сейчас приехали, когда не приехали, пришли в Молдавию, там показывают Швецию, которая из Украины-то. И у них говорят, вы с нами разговариваете на украинском. У нас один здесь был близкий, Потеряевку приезжал. Хороший человек. Как по-другому пошло? Пишет всем только по-украински. Ему говорят, никто не понимает тебя. Никак нельзя. Это нацизм стопроцентный. Наша нация. Вот здесь в интернете слава, я говорю, Иисусу Христу, слава Украине. Чтобы слава России я ни разу не слышал. Я говорю, а Украина из кого состоит? Взяточники, колдуны, предатели, проститутки. Кому слава? Объясни. Они как ошалелые. А вот это все промывка мозгов называется. Слово Божие заглушили. Таинство все порушили. И Бог опускает меч. Дело Господне делает небрежно, заражая другим. Священники с Украины здесь. Не один. Бывает безбороды. Вот такие ряжки приезжают. Злобные такие. У нас такие отношения установлены с епископом все были. А его поставили здесь, когда разделили на новые епархии-то. Он с первого дня только приехал, ни разу нас не видел. Сразу объявил войну священники. Кто ездил по Теряевку, там Клапкину, отлученные будут. Он в глаза нас не видал. Я такого нигде не слыхал, ни в Америке, ни в государствах Европы. Мы проехали все государства Европы, Скандинавию, Прибалтику. И нигде столько не видели безобразия взяточников. Продает какую-то такая там РУС, приклеит на лицо, на стекло на переднее. Зачем? А там в стороне стоит. А дальше ходу нету. Я взял, приклеил, чтобы знали, в кого стрелять.
У меня был за меня тут из университета Русаков, поехал туда Константин, повезли продукты, ну и все, убили, выстрелы нету. Так что надо принять это как есть. Мы не воюем, я рассматриваю Священное Писание. Они будут делать, жена и дети заслужили это. А если они невиновны, они на небо идут. Так. Еще вопросы? Очень красиво, Игнат Тихонович, но бесполезно. Я вам поверил. Я лично вам поверил. Игорь Владимирович, мое дело сказать, а пророк говорит, Господь ему говорит, будут слушать или не будут. Они будут как вихрь пожирающий, а я тебе сделаю скалой, и они разобьются от тебя. Вот как сказал. Все дело в том, что он просто Библию не читал и не верит в Библию. Вот и все. Это другой вопрос, но я должен ответить так. Я говорю, что именно так. Он не знает Библию. Ну я понял, ты прав. Ну может быть, слово мое так достигло. Я этого не скрываю. Я тут всем писал и Николаю Астахову. Я говорил, что я сейчас на перепутье. Я задаю вопрос, а вы тут уничтожаете. Ну то есть в плане, что все, Украина это прям, что вы, ну как по Первому каналу этом русском. Алексей. Пропаганда вам... идет, понимаете? Алексей, и все священники благословляют войну эту. Алексей. Да мы не одобряем ни войну, ничего. Я вам сказал, как в Библии есть. А это, говорит, были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое. Для нас, достигших последних веков. 1 Коринфянам, запиши 10 глава, 6, 11 стихи. Я вам ключ даю к разумению обстановки. 1 Коринфянам, 10 глава, 6, 11 стихи. Надо я смириться. Вас благодарю, но дело в том, что смотрите, вы духовные, вы свыше уже здесь все рождены, а кто еще не верующий, он же просто не сможет. И если солдаты убивают, он будет защищаться и стрелять. А пускай может защищает. Он потом покаяться? Покаяться так. Может он, что он убил или нет? В Иерусалиме защищались, людоедство началось, больше миллиона погибло. Для той страны это было опустошение нации. Они все равно по-своему, а потом начались банды друг друга в городе уничтожать. Вот тоже там и это и будет теперь. Западные против восточной Украины. Это было все. Это повторение идет. Это грех монотонен. А вот они не знают. Не знают, значит, они будут как мусор сметенный с лица земли. Той и другой стороной. Библия нам это говорит. Библия, Дух Святой говорит так. Ты сам оружие не бери. А это всю дрянь про друзей, которые там... Друзей-то тоже надо выбирать. А раз ты Библию не знаешь, что я тебе могу доказать? Не про друзей, а про семью. Когда семью расстреливают, кто будет смотреть? Будут защищаться, стрелять в ответ. Как это? Ну а ты не стреляй. Как? Моих детей убивают и жену, а я не буду стрелять. Как так? О чем вы говорите вообще? Ну а что ты тогда делаешь у нас в нашей группе, непонятно? А что, нельзя сюда прийти задать вопросы? Меня пригласили сюда. Как-то. У нас это делать никто не будет. Я не буду стрелять. Я уже это в молодости прошел, чтобы сейчас с тобой, новорожденным, даже еще не ребенком, зародышем библейским, думать об этом. Ты забудь об оружии вообще, поди ножей и автоматов в полный дом. Из какого дробовика будешь русского солдата убивать? У нас в Потеряевке работал один человек. Ну, знаете, Роман Малыш, фамилия его. Очень хороший, старательный мастер. Приехал, разрешение просил. Ну, все по закону. Крещение принял. Причащается через 2 недели, это уже прошел год. Я осенью буду оформляться, потому что он живет незаконно. У него ничего нету. И вдруг приходит батюшка, и все. А вы уже не батюшка. И да как же так? Все. Это у него внутри сидело там. Неоднократно женился. И дальше начал. Это земля алтайская, она Алтаю не принадлежит. Она Украине там принадлежит. Президент ваш незаконный. Это бешенство. Земля плоская, никакого шара нету. То есть только дурдом может держать, но не лечить его. Повторяюсь, человек очень хороший. И притом это не один раз я уже встречал. Они там пропарены в этих пробирках. В войну на чьей стороне были? А воевали? А потом их душили и душили, находили. Об этом в архипелаге ГУЛАГ Солженицын Александр Александрович подробно пишет.
надо молиться, и что будет, то будет. Я бы мог обороняться, когда меня брали. Нисколько. Я с детства наготовился террористом быть. Ружье, кинжалы для меня это игрушка. А Господь говорит, ты иди в Дамаск, тебя там возьмут. Ты будешь мучиться, а не ты. Я благодарен Богу. И 60 лет мой путь идет этим путем. Загробная жизнь существует. Ты его убивают, ты кончил жизнь, ушел. Главное, достигнуто. А ты обороняешься, тебя убили, ты убийца, идешь в ад. За гробом другая жизнь. А если в это не верит человек, тогда, конечно, надо обороняться. Хоть одну секунду продлить жизнь. Как когда нападает тигр, собака тявкает. Вы сами рассудите. Вот давайте коротко рассудите историю. Чингисхан завоевал все. Мамай завоевал все. Почему на России заканчивается? Наполеон захватил Европу всю. Почему до Москвы дошел и кончился? Гитлер захватил все и Скандинавию. И здесь ему хребет сломили. А это было самых умных людей. Никого так народ не любил после Христа, как Адольфа Алоизовича, Алоизовича Гитлера. Но как только он поднял руку на еврейский народ, дни его были сочтены. Божий народ, его трогать нельзя. Ты можешь только благословлять. В России другая роль. И вот я вам называю мировая история. И все, мировые заходят правители. А возьми Толеран. Это Ктамерлан, как он, железный храмец, уже под Ельцом был, уже Ирак все захватил, Багдад, сколько пирамид сделал из человеческих голов, в каждой пирамиде 5000 или 50 тысяч голов. Дошел, а тут икону Владимирской Божьей Матери принесли, и он ночью видел видение, какая-то женщина и старцы сказали, не иди дальше, все храмы были открыты, как на Пасху. Россия свесила голову, над пропастью лежит. И он повернул назад к Астраханскому ханству, извечного врага России, убил и сам ушел в песок. А когда я спрашиваю историков, скажите, почему Тамерлан не пошел дальше? Они говорят, а кто такой? Один из главных, самых жестоких гонителей. Когда он подходил в Индию, они там выстроили детей шестилетнего возраста со цветами в белых платьицах. Тысячи. Он посмотрел мгновение, гикнул, смешал с землей все. Для него ничего не было. Дошел до России и сгинул. Я повторяю ни одного, Мамай. Какая страшная битва была русских. Из 400 тысяч 360 остались на поле. 9 десятых погибли. Потом придет Тахтамыш через 7 лет. И ему ж крышка будет. Я говорю непростые слова. История говорит, у России особая роль. Почему никто мог остановить? А сегодня говорят, 5 грубейших ошибок Гитлера. Там такие эксперты работали. Уже вплотную к Москве подошел, уже в бинокль рассматривают Ивана Великого купола. Развернули и все. Я представляю, как он переживал. Я эту тему разрабатывал годами. Больше 100 документальных фильмов посмотрел. Ответ один. От Бога сие было. Главный виновник у него был Генри Гиммлер. Задача стояла истребить евреев, решить окончательно еврейский вопрос. Они подписали себе смертный приговор. Эти России мы будем бомбить, там, что они сейчас городят-то? Они ничего не понимают, неверующие. У нас живут там верующие, близкие люди, молятся, на них оружие не берут. Таких вопросов не задают, а кто будет обороняться? Не надо обороняться, повторяю. 30 глава, 7 стих. Исаия, прочитай кто-нибудь. Исаия, 30 глава, 7 стих. Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна. Потому я сказал им, сила их сидеть спокойно. Все, Америка не поможет. Этот Египет будет разрушен. Тут все понятно. Нам нужно только молиться, плакать о грехах своих. А вы что, лучше их? Не лучше. На 18 человек упала Силамская башня. Господь говорит, не покайтесь, а также погибнете. Мы еще как бы со стороны, на Алтае, далековато. Сегодня это расстояние да, с гиперскоростью, тут минуты. И все сметется с земли. А как? Никак молиться, благодарить Бога и никого не бояться. Жить красиво и весело, а завтра будет тризна. Не смотреть на это. С нами Христос. Земных поклонов 16 на Господе, Владыка живота моего. Через 2 часа. Такой группы, как у нас, ее больше нигде в интернете нет.
Поищите в Украине, есть кто-нибудь, чтобы каждые два часа со всего мира люди собирались и молились об Украине. А мы молимся Зеленского, поминаем каждый день в молитвах, наравне со всеми президентами, с Джозефом Байденом, со всеми, Эрдогеном, Рамзана Кадыров, всех поминаем. И нам легко и весело. Все. Благодарю за ответ. Просто наша переписка с Николаем Астаховым началась, я спросил у него на эту войну конкретно воля Божья. Он начал говорить, что я такого не знаю, я такого не говорил. Ну, Алексей, я вам ответил как. Просто вера, что будет загробная жизнь, и у Бога все уже запрограммировано. Это Божий замысел. И он сейчас, проекция на землю идет. И нам нужно только говорить, да будет воля твоя. Не надевайте эту форму. Не берите в руку оружие. Здесь наши группы, ни один этого не будет делать, чтобы властям подражать. Сила ваша сидеть спокойно. И мы сидим спокойно. Благодарю. А можно еще через вашу группу обратиться? Тут у вас есть такой Никита Колесников, он с Украины, как бы, он, наверное, на меня обиделся. Я хочу сейчас тут, ну, прям в прямом эфире сказать: Никита, если ты меня слышишь, я тебе там писал, ты на меня, наверное, обиделся, ты меня разблокируй. Мы все-таки как-никак с Украины. Может, я тебе там какой-то вопрос задам по-духовному, а ты меня заблокировал, я не могу тебе написать. Ты слышишь меня, Никита? Да скажите как-то через кого-то, кто, вот я бы имею доступ, ему бы сказал, не надо этого делать, ваши вопросы хорошие, Алексей, я понимаю вас. И что сказал Игорь Владимирович, он правильно сказал, у вас эмбриональное еще состояние, вы едва приближаетесь. Прислушайтесь, что я вам говорю. Я это все пережил. Мне 82 года, я не сидел на одном месте. Игнатий Ильич, я передам Никите. Он да. Боится просто, что ну, вас мало знает. Вы его сдадите, а его призовут. Он парень здоровый, мощный, высокий. Его 100%. Поэтому он просто тихо сидит, спокойно и ждет. Выехать нельзя. Он бы давно в Потеряевке был. Выехать невозможно, конечно. Он говорит, я боюсь, там посты везде, люди с автоматами. Прям при мне, говорит, в магазине... Не успел заехать на велосипеде. Прям хватают ребят. Ну, вот такое дело. Я ни в коем случае не сдам. Никита, ты меня прости, еще раз говорю. Если я тебя достал своими вопросами, прости меня, разблокируй. Ничего, ваш вопрос хороший. Я благодарю вас, Алексей. Никита воевать не будет. Да. Спасибо вас, Христос. Можно я еще скажу, что у всех все-таки людей нам Господь дал свободу выбора. Вот. И вот эту свободу выбора я в свое время сделал в 15-м году, когда я с Украины уехал сюда, в Россию. У меня была хорошая работа, я в городской больнице работал. Я работал параллельно еще в клинике. Я неплохие там деньги зарабатывал. Вот. И тут становится вопрос мне, брать эту путевку в Донецк-Луганск или мне ее не брать? Я пошел, спросил, они говорят, меня никто не будет прикрывать, мне вручат эту путевку, я поеду. Вот. Так как я служил, я имею военник, вот. И что я делаю? Я собираю вещи, жену, всех, я уезжаю сюда. И я не сожалею об этом выборе, да, меня мучил тоже этот вопрос по поводу «не убей», потому что священники одно говорят, а то, что Библия пишет, совсем другое. Для меня еще тогда не совсем была авторитетом Библия до конца, вот. Но я сегодня, что я сделал, я не сожалею ни грамма, я понял сегодня, что я правильно поступил, все поступил по Библии, и я оказался в вашей группе даже, благодаря Сергею Парализованному, благодаря вам, вот, я двигаюсь дальше, и двигаюсь по этому узкому пути, вот, и всем этого желаю. Это избранничество Божье, однозначно. Да, великое дело быть избранным. Много званых, вот они воюют, а избранные не будут делать этого. Главная задача нам, проверка Богом идет. Любите меня, соблюдите заповеди. И те, которые выступают там, то другое, они нигде не поминают слова даже о Боге. Нигде. Кто из них покаялся, что они заразили Россию лживыми таинствами? Все перевернули, крещения нету. 12 причин теперь сделали, как на Украине, по разводу. А только одна настоящая причина развода. Неверность супруга. А они оттуда все идут. Филарета его тут сняли. Предали анафеме.
а он там теперь патриархом. То есть его же здесь возвеличили, если он признавал возвышение свое, должен признать и сокрушение. И они даже ни один не шевельнулись. А вы подошли под благословение патриарху, там был я, был на его службе, но никогда к нему не подойду. Почему? Он под анафемой. Сам с него снят, он никто. И вас вот это мошенство уже буквально на Украине задушило все. Куда ни посмотришь, искажение Слова Божия. Такое презрение к правде. И вот выдумки разные, чтобы лишь бы оклеветать. Это не поможет. И умрет уже как лжец, пойдет в ад. Участь лжецов в озере огненном. Насиловали кого-то где-то. Игнат Тихонович, вы еще не сказали, что у нас братья, которые в нашей общине, а многие уже и в общине интернетной, уже сходили в военкомат, потому что предупреждение было сразу от Игната Тихоновича. Я приехал в 96-м году в Барнаул, а в общину попал. А в 98-м я пошел в военкомат и подал заявление, что я не буду воевать, если будут боевые действия, только на альтернативную службу. А у меня ВУЗ как раз артиллерия, взвод огневой поддержки, командир. И меня брали, хотели взять, но вот это все мне помогло никуда не пойти. Но еще там по здоровью как раз повезло мне, что у меня операция была. Так бы подольше, может, это все тянулось. И все, слава Богу, да Господь сделал. Так, время кончилось.